Доброго ранку, будучи ответственный момент. Здравствуйте. Забудьте героем сторис. Моя фамилия Илюк. И двое в ЮКА, как Джеймс Бонд, только наоборот. Бортовый номер? 20. Ребята, сейчас будет страшная новость. Страшная. Как оно фильм? Видите, показываю инсайдерскую жизнь настоящего автогонщика. 130 на 70. Вот и парад, вся команда в сборе. А пока вы можете отдохнуть от наших соловьиных голосков, насладиться... Вот это Ира, да, если знаете? Юка девочки, Ростик, Дракон, Мичем. Зрителей я вам показывать не буду. Не буду, очень долго. Квалу мы проехали, но сейчас здесь такая тревожная ситуация. Квалу проехали. Квалу проехали. Проехали. Посмотрите, какая у нас тревожная ситуация. Потому что кто не работает, тот ест, запомните. Учись, студент. Да, нас это смотрите. Сакар, блядь, мы приходим это сюда. Это вот так, кстати, Макарик Лада, которая шла. Да расскажи давай, что ты. Не, ну они там куда-то... Он Гомосек. Смешной ролик. Да, закончилась гонка, мы складываемся, эта машина, вот эта машина, меняем колеса, чтобы заехать на прицеп. Как закончилась гонка, по-моему, мы выиграли, да, первое место, да. Ура! Оба автомобиля покидают стартовую линию. Дмитрий Илюк лидирует, Ярослав Трэш его преследует. Есть постановка, Илюк широко, Трэш рядом. Ох, как уезжает Илюк! Трэш, надо сокращать расстояние. Илюк собирает вторую зону неплохо. Перекладывается в третью, хорошо. Трэш только к финишу настигает своего... Yeah.
Дим, привет. Слушай, мне кажется, что я что-то сегодня знал. Какая футболка на мне целый день была одета. Я поздравляю тебя с победой на финальном этапе РТР Дрифт Атак. Так держать. С ребятишками покушать. И вот что мне принесли. Кость. Вася, там мясо хоть есть или нет?